have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, Дредж, третья серия на ваших экранах, поехали. Сейчас я быстренько напомню себе, что у нас там по заданиям, по поручениям. Тут они поручения называются. Их можно на J просто открывать. Угу. J, M, хорошо, надо быстрыми кнопками пользоваться. Так, строитель, что такое? А, кстати, а почему ты хочешь уехать? Здесь меня преследует слишком много... полезных воспоминаний, я так не понял, чего. Не хочу больше среди них жить. Вообще о таких вещах тяжело говорить, сам понимаешь. Не стоит слишком сильно копаться в прошлом, это не принесет никакой радости. Еще что-нибудь? Что знаешь об этих краях? А большой соли? Ты вряд ли поверишь, я знаю, но когда-то ты был живописный процветающий городок. Мне и моей бригаде хватало заказов, новые дома и магазин чуть ли каждые пару месяцев. Мы неплохо на этом зарабатывали, но в какой-то момент пузырь лопнул, или, как там говорят, не разбираюсь в таких вещах, но люди начали уезжать. Моя бригада тоже уехала, а я решила остаться. Так, хорошо, пойду займусь делом. Нам, в принципе, есть чем заняться. Мне материалов надо... Знаете, в чем прикол? Я немножечко вот заметил в прошлый раз. Почему это все на И? Почему тут радиальное меню? То есть, почему нету отдельной кнопки? Знаете что, может быть, есть? Ну-ка, управление. Я могу... Вначале взаимодействовать, вытащить... Автащить. Продать, купить. Предыдущая страница. Это прыгнуть. На чем? На лодке? Выбросить предмет. Починить все. Режим ремонта. Назад. Журнал. Карта. Энциклопедия сообщений. Так вот, да, смотрите. Под журнал, карту, энциклопедия сообщений есть своя кнопка. Спасибо вам огромное. А почему я не могу... Почему я не могу использовать там фонарь, ускорение на shift, там, допустим, который не задействован, фонарь на еще какую-то кнопку? Почему это я не могу сделать? Извините, пожалуйста. Они просто не предусмотрены. Это крайне печально. Вот, потому что мне хотелось бы... Так, а зачем мне тут? А ладно, я там собирался причалить в прошлый раз, у меня это не получилось, давайте ходу пока что. На вылавливание ресурсов уходит очень много времени. Стараемся передвигаться на ускорении по возможности, потому что иначе у нас времени вообще ни на что не будет хватать. Надо здесь причалить и посмотреть. А, кстати, мы там еще, по-моему, то ли железо не доловили, то ли что-то такое. Бежали в прошлый раз отсюда ранее тапки, поэтому... груда материалов. Остров, на который нужно доставить материалы девушке-строителю. А, сюда! А у меня там распихано все. Ну хорошо, два железа, два дерева, все, я понял. Отчаливаем, это не проблема, мы их найдем. К тому же тут вроде железо оставалось. И вон там материалы. Давайте мы их соберем. Возможно, она сможет расширить свой бизнес и таким образом... Так, доски раз. Ага, и доски закончились. Ну, тут есть материалы. Я, возможно, тут смогу сейчас все это порыбачить. Вот тут металл есть. Я заберу. Блин, я чашу забыл продать. Вот. Забыл, что она, в принципе, у меня с прошлой серии. Так. Знаете что? Вот это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. Два металла-то я ей отдам. Отдам. А тут есть еще и четвертый металл. А как тогда мы с вами поступим-то? На четвертый металл мне не хватит. Давайте сразу же поеду, сейчас загружу и... Нет! Надо над маневренностью поработать, серьезно. Так, уже вечер, между прочим. Мне опять придется чиниться. Я за сегодня вообще ничего не заработал. Потому что... груд материалов.
На тебе, держи. На тебе, держи. Нет, не то. Держи. Держи. Блин, еще такой кусочек повредил. Отчалить. А тут найдется... Именно чтоб доски можно. Блин, а уже вечер. Вот тут доски. Нет, тут металл. И тут уже все, да? Одну досточку надо и привезти. Давайте я, может быть, вот это. Вытащу. Тут вроде все. Ух ты ж. Нам вон туда, на маяк. У нас работает подсветочка. Работает, она у нас и не выключалась. Ух, скалы-то. Ай, блин! Скалы прям выплывают из-под носа. Блин, корабль придется дорого чинить. Мне там одного дерева не хватало, да? Вроде бы да. Ладно, поехали. 2 часа ночи, нам пора. День очень короткий, к сожалению. Я бы хотел больше. Не успеваешь абсолютно ничего. Так, сухой док. Эй, док, ты сухой? Сюда железку. Давайте я одну досточку отсюда пока что вытащу. Сюда нам не хватало. Блин, и тут досточек не хватает. Давайте сюда тряпку положим. Мне не хватает 2 досточек. Сюда и сюда. Это печально. Так, а на новый корпус? Блин, мне нужен новый корпус. Хорошо, материалов нужно не так уж и много. Давайте, корабельный мастер. Режим ремонта. Ремонтировать все за 60. Денег я не зарабатываю, но при этом трачусь. Это печально. Так, хорошо. Давайте пока что в трюм. Я сложу ткань. Деревяшку я завтра отвезу. И завтра же заодно попробуем выполнить этот квест. И пойдем сдадим золото. И еще парочку вещей сделаем. Все, давайте спать. Думаю, нам нужно отдохнуть. Все, отчаливаем. Давайте сходу туда. Положим деревяшку. Вот, чтобы оно у нас уже засчитано было, что мы его выполнили. Потом пойдем продадим кубок, наловим еще рыбы. Нам нужно, все-таки мы же рыболовные судно-то. Нам нужно рыбу ловить. Я надеюсь, что когда она переедет, она сможет открыть что-то толковое, чтобы... У нее могли новые вещи покупать. Так, много материалов. Вы доставили себе необходимый материал. Сообщите об этом девушке-строителю. Да, я понял. Все, ходу отсюда. Может, мы оплывем этот остров вокруг немножечко? Может, найдем что-то еще интересное? Подожди. Смотрите, тут вон сос. О, дерево, кстати, которого мне так не хватает. Одно только, прикиньте. Так, стой. Да ну зачем же ты это... Блин, маневренности не хватает, просто трындец. Потерявшись, я спасен, спасен, как же рад тебя видеть, дружище.
Что случилось? Я выбросила сюда, ох, наверное, недель две назад море было неспокойно, и когда волна ударила нас в борт, меня выбросило в воду и унесло. Думал, команда меня просто найдет, но твой корабль первый, кого я видел за это время. Я случайно не мои ребят прислали? Нет. Ну ладно, они наверняка тоже меня ищут, дружище, не подбрось меня до Малой Соли, они заходят в тамошний порт. Да, я отвезу тебя как раз туда. Ты вроде... Так, хорошо. Поехали. Сейчас мы вот тут обойдем. Блин, я собирался зарабатывать сегодня. А мне уже сразу минус 30 баксов из-за тебя. Кто тут? Я даже одного не выловлю. Ладно, поехали в Малую Соль, отремонтируемся. Завтра целый день посвящаем... Нам туда. Я накинул кружок, который я хотел. Уже 16.02, да. Я отвезу этого друга Алька сейчас. Как раз мне хватит времени добраться до Малой Соли. И обратно. А чем... Почему мы не плывем? Когда я в этом... Можно же как-то было поставить, но не на автопилот, но хотя бы ход такой же, как было ставить. Может, я, кстати, на обратном пути сейчас что-то еще и выловлю, когда я его выгружу и продамся. Это было бы неплохо. Цивилизация, как я скучал по твоей воне, не думал, что когда-нибудь это скажу. Он поворачивается к вам для того, что... для только что спасенного выглядит мрачновато. Ты и сам, наверное, понимаешь, что платить мне практически нечем, но вот он... Теперь не представляет боль... Но вот он теперь не представляет большой ценности, по крайней мере, для меня. А тебе это, возможно, сгодится. Он снимает с головы... А, с левой руки перстень-печатку. Счастливого пути, дружище. Попутного ветра. Спасибо. Так, мой трюм... Нет, давай к торговцу. Продать все украшения F. Отлично. И заодно этот перстень туда же ушел. Теперь мой трюм. Давай-ка я сгружу. Вот так оно же будет мне доступно потом будет, я думаю. Так, отчаливаем на обратном пути, налавливаем немножечко всякой шелухи, чтобы хотя бы что-то продать. Хорошо. Тут во внутренних водах мне на самом деле бояться, наверное, нечего. Подумал бы я. Кальмар-матка? Его щупальца растут. Неплохо. А мы еще и почти полно кальмаров наловили. Тоже хорошо получилось. Ладно, поехали обратно. Час ночи уже. Мы сейчас приплывем, время закончит, ну типа остановится. Итак, во-первых, торговцы рыбой. Рыба для заказа пока нет. Какую рыбу я себе решаю оставить? Ладно, продать всю рыбу. До свидания. А, у меня трещина, потому что... Угу, вот почему я не могу ловить, потому что я его разбил. Хорошо. Мастер. Ремонтировать все. Спасибо. Так, хорошо, давай со строителем теперь. Все готово? Тогда не будем терять времени, отправляемся. Тебе нет места на палубе? Это возвращайся, как сводится для меня уголок, я буду ждать. Да, завтра, например, потому что я тебя ночью не повезу.
Так, энциклопедия у нас про матку, уточка, сеть, понятно, 32 бакса. Прочитанные книги, поручения, найти пряжку. Около малой соли. Ага. Малую соль надо будет... А, кстати, стой. Сухой док. Тут не хватает деревяшки и железки. Хорошо. Если завершено, простая траловая сеть теперь может... Траловую сеть можно купить. О, погоди, погоди, погоди. Корабельный мастер. Но у меня просто не хватит... А ты под что у нас? Под прибрежные. Срок службы один день. Нет, спасибо. Все, давайте тогда спать. С утра завезем девушку и поплаваем вокруг малой соли. Ага. Счастливо сгнивать. Счастливо загнивать, большая соль, а мне пора. Счастливо оставаться. А кто меня теперь будет чинить? И где? Ну ладно. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Это рандомные ивентики с со случайными спасенными, всякое такое, не знаю, мне понравилось. Да, я немножко расфигачил корабль. Но, в принципе. Мне нужно или больше скорости, или больше корабля. Мне нужно много больше чего, потому что вот этой скорлупки мне пока что не хватает. Очень сильно. Да, да, мне это и надо. Спасибо, друг. Дай мне немного времени, пока я тут все обустрою. Будут желания, заходи. Тебе всегда рада. Она открывает свой ящик с инструментами и достает горстку деталей. На, вот, они лишними не будут. Это правда, они лишними не будут. Это я прокачаюсь. Исследование. Вулканы и мелководные. Так, погоди, это у нас были прибрежные мелководные, это у нас были океанские. Скорость лова. А где мне саму удочку-то океанскую дост... Ага, так, двигатели. Продается. Лучший навесной двигатель. Превосходный навесной двигатель. От которой я могу прокачать, да? О, погоди, гидравлическая лебедка, скорость лова плюс 55, тип рыбы океанский, механическая катушка позволит ловить крупную рыбу. Мне вот это надо? Вот, хорошо, возможно, это то, что мне нужно было. Минечку, а что я тогда в прошлый раз прокачал? Двигатели, да? Улучшенный двигатель. Ясно, то есть я сначала это тут прокачиваю, а потом оно появляется в магазе. Я прокачал движок. Это не потому, что он у меня стал сильнее, а потому, что он появился в магазе. Теперь, вот, теперь я смогу океанскую рыбу ловить. Так я понимаю. Хорошо. Одну шестеренку я пока оставлю. Отчаливаем. Нам в малую соль надо. Ну-ка, океанскую рыбу я могу теперь ловить или нет? Ты у нас кто? Ты океанская или не океанская? Прибрежные запасы. Блин, а детальку-то, наверное, надо было сложить в трюм. Так, хорошо, парочку поймали, и я просто хочу потестить. Мне же для того еще квеста надо, рыба здоровая какая-то. Вот ты, это не ты? А, я же не могу ее ловить сразу, мне нужно сначала ее купить. Все, все, понял. Моя ошибка. Тогда... Поехали вокруг малой соли немножечко пошаримся. Я думаю, нам хватит времени ее немножко обойти. А потом. Нам нужно, по-любому нужны будут деньги. Поэтому рыбой тоже не брезгаем, обычной. Так, вот тут что-то есть, да? Это что-то хорошее. Thank you.
Это я что-то страшное поймал. Бугристое. Бугристое. Так. Видите, над ними есть такие, ну, пузырики, что ли, не пузырики. Так, это камбала. Вот это место, что ли. Пряжка. Тут еще какие-то украшения. Так, ну нам пора бы, наверное, давайте сдадим квест, как бы кораблик-то не разбить. Дадим квест и пойдем продаваться. И заодно, может быть, в магазике. А у кого сейчас будет магазик, если это нету? Ладно. А, так. Горящий отец. Здравствуйте, все в порядке. Насчет пряжки для ремня. Отдать пряжку? Да. Вы отдайте пряжку мужчине. Это и правда его пряжка. Благослови вас Бог. Вы вернули мне сына. Пожалуйста, возьмите. Денег у меня нет, но, возможно, это вам... Да, мне это очень пригодится. Спасибо. В общем, эти квесты получаются очень выгодные. Прям трындец, какие выгодные. Если за них дают скиллпоинты. Берет стопку... Так, книгу, да-да-да-да-да. Украшения. Вот это я тебе продам. Назад. Нет. Не туда. А что мне по месту? Мне еще, кстати, может что-то и влезть. Душевное спокойствие. Выбрано для чтения. Поехали. Будет спокойно на душе, когда почитаем. В смысле, другие корабли? Ночью? Там ходят другие корабли. О, погодите, а вот это интересно. Я еще что-то чудное нашел, спасибо. Ну все, мне остался один поинт. Тут есть другие корабли, ребят. Или это призраки? Никто не знает. Так, нет, остался мастер, а в смысле, а почему мастер-то, ломастер, океанский, да, видите, для океанского нужно это, ладно, давайте идем к торговцу рыбой, пока нет, продать всю рыбу. У меня есть два поинта. Давайте я посмотрю. Может быть, два мне хватит во что-то вложиться. Скорость лова плюс 50%. Я бы на самом деле в двигатель, может быть, вложился бы. Смотрите, 15,8 узлов. Двигатель с улучшенной конструкцией винта хорошо работает. Качественные детали и превосходная сборка. Это надежный двигатель, на который полагаются мореходы. 23 узла. А этот на 36 узлов. А это у нас вообще турбина, да? Реактивный двигатель. Пропускает воду через систему гораздо эффективнее навесных двигателей. И место, я так понимаю, занимает немного. Ладно, посмотрим. А этот у нас пока не... Давайте я буду... да, наверное, качать двигатели, потому что мне нужна скорость. Так, все ходит... Нет, не сухой док, извиняюсь, в корабельную мастерскую. Двигатель, вот он. Он на 3 поинта у нас будет 26. Силок у нас 14,7, 15,8, в сумме 30.
Но фишка в том, что мне нужно расширять двигательный отсек, чтобы его поставить, иначе я его всего один поставлю такой, а мне он не годится. Хорошо, качнуть мы его качнули, теперь нам нужно, получается, 3, 1, мне тут не хватает одного железа и одного дерева, надо заняться именно поиском материалов сейчас, возможно, и соль, большую соль надо будет сейчас обплывать. Так, в энциклопедии у нас появились всякие новые страшные твари. Давайте отдыхать. Отчаливаем. Интересно то, что у меня фонарь горит, это никак не влияет. В общем, мне сейчас яростно нужны материалы, потому что без них я не смогу повесить ничего нового, хорошего. О, там что-то интересное. А как туда попасть? Мне нужен будет то ли таран какой-то, то ли... Это на самом деле не то, что мне нужно. Я это соберу, потому что оно мне в будущем точно пригодится. Я надеюсь, тут нет какого-то таймера на какое-то определенное количество дней, что вот сделай, и иначе все. Потому что я знаю, что я трачу много времени, стой! Не бейся, пожалуйста. Дайте материалы, не будьте жлобами. Так, а ты у нас кто? Это скаты, которые скоты. Так, мне, пожалуйста, скорость. В смысле, а тут что? Камень тихо гудит, и вы видите рябь воздуха вокруг. Так, на поверхности танцуют еле видимые силуэты, которые исчезают, прежде чем вы успеваете в них смотреть. Положите руку. Холодный камень не отвечает на ваше прикосновение. Ага, какие интересные вещи. Это на нашем-то острове. Ага. От этого судна остался лишь старый деревянный остров. Вы подплывайте чуть ближе. Заглянуть. Офигеть. Здрасте. Тут и украшений, и дерево. Мне, кстати, одна железка осталась вроде, да? Из того, что есть. Так, это мелководный, погоди. Вон, давайте туда подплывем. Пусть... тут дерево, скорее всего. Ладно, дерева много не бывает. А, это было последнее. Это было печально. А где мне тогда взять материалов, извините? Блин, мне одной железки не хватает. Вы серьезно? Ой, эти рыба буква Зю. Давайте в Тетрис играть. А, это была последняя. Потому что день изменился, да? Типа, сейчас уже ночь. А ночью другое возится. Возится. Ну-ка, давайте вот эту мелочь. Половим. Ну, типа, у меня два поинта, но... Не, больше я уже ничего не поймаю. Давайте сейчас сюда к антиквару сходим, завтра продадим. Так. Очень быстро день заканчивается. Блин, нельзя так. Вот просто нельзя так. Сухой док. Эй, док.
А, погоди. У меня... Вот, вот это вот, вот этот вот мне апгрейд и нужен, чтобы я мог ставить двигатели. Получается, одной железки не хватает сюда. Вот это прям печально, потому что мне она нужна. Хорошо, давайте ткань сюда, деревяшки сюда. Грейд я пока что придержу. Ну что, один. Вряд ли мне что-то там решит. Так, торговец рыбой пока нет. Продать всю рыбу. Украшения, украшения, наверное, с утра пойду продам. Блин, а куда мне теперь за железки-то съездить? Ладно, посмотрим сейчас. Отдыхаем. Так, наш остров мы оплыли, малую соль мы оплыли. Мы, по-моему, не оплывали еще его остров, мне кажется. А, минутку, где он нам сказал искать? Вот тут. Сюда мы еще, кстати, не ходили. Да, давайте возле его острова пошаримся. Я знаю, что я не продал украшения, подождите. Мне нужно как можно быстрее поставить расширение для удильни океанской рыбы и для улучшенных двигателей. Так, вот тут что-то интересное есть. Погоди. Камень тихо гудит. Да-да-да. Положить руку. Холодный камень не отвечает. Это что-то будет потом интересное, мне кажется. Тут можно рыбачить. Давайте вон туда сплаваем. Тут вот эти вот рандомные такие... Ой, там марлин плавает, смотри. Рандомные такие маленькие встречи, пересечения, они прям очень классные. Так, осколки, ты у нас кто? Я же говорил, что типа за побрякушками потом отдельно еще сплаваем, все продадим. Мне душевное спокойствие прочитано. Стой. Подплывайте к затонувшему судну знакомого вида. Это почти точная копия кораблика, подаренного вам мэром. Только в одном из бортов зияет огромная брешь. Вы привязываете свой корабль возле обломков. Заглянуть в каюту. Вы в каюте. В шкафы и ящики. Кто-то уже тщательно опустошил шкафы, унес незакрепленная доска в полу. Вообще не осталось досок. Вы в каюте. Так, проверить электрооборудование на верхней панели. Все оборудование по-прежнему на месте, хотя вода, песок и солнце явно вывели его из строя. Вы наклоняете рацию ниже, чтобы получить, получше ее рассмотреть. Сверху соскалит записка. Вы кладете ее в карман, чтобы прочесть позже. Интересно. Груз. Копаете в трюме и находите несколько предметов. Во-первых, железо, да. Во-вторых, двигатель. Тут двигатель на 18,9 лошадей. Блин, а я не могу его просто загрузить к себе, да? А, могу. Я могу их ложить просто в трюм, но это логично. Я нашел, по-моему, ту железку, которая мне нужна была. Карта. Уже 15:49, надо бы пошевелиться. Я еще не туда поплыл. Давайте я сюда завтра сплаваю. Поехали пока что домой. У нас есть все, что нам нужно. У нас есть двигатель помощнее, который мы нашли, который даже покупать не придется. Хлам я продам, удочку, которую я нашел, надо будет посмотреть, продам или не продам.
9:30, как раз успеваем к дому. Сейчас я продам железки. Ну, не железки, а украшения, в смысле. Да ну зачем? Глупо так, вообще, на ровном месте. Минус 30 баксов. Торговец. Продать все. Металлолом, отлично. Чалить. Я мог в трюм накидать железо, блин. Ладно. А где? Где кальмары? Ну хотя бы тут сейчас их наловлю. Будем кормить жителей кальмарами, пока они не блеванут. Я серьезно говорю. Так, давайте смотреть, что мы можем с нашим-то корабликом понатворить. Кроме что 30 баксов за починку. Ну, по крайней мере, я вон кальмаров понатаскал. Пока нет. Бесит, что этот квест так... Так, вот мы 52 наловили. Сейчас мы 30-очку починим. И будет прям неплохо. Так, сухой док. Поехали. Готово. Нет, погоди, купить. На новый корпус нам нужно просто отдать черта всего. Давай так. Деревяшки. Вот эти две есть. Парусина есть. Осталось еще две деревяшки, два металлолома и один очищенный металл. Без понятия, что это, как это. Хорошо, теперь... Корабельный мастер чиним. А. 14,7, 15,8. А перевернуть тебя... Давай, наверное, тот, который... в трюм стал, хорошо. Это время мое тратит или нет? Так, вращать. Ага, я могу его поставить вот так вот. 3 часа установка будет. Хорошо, получается, что... Ну-ка, продать я его не могу? Не могу. Я могу продать вот этот вот. F. У меня деньги-то есть? Есть. И могу поставить вот этот вот хороший. Тоже 3 часа он будет ставиться. $18,9, $26,3. Это прям неплохо. А вот эта удочка. Ну-ка, прибрежная. 38 скорость плова. А у этой 30... Они обе 30 плюс... А, минуточку, он мне просто будет дабл тайм делать? Мне вот это надо. Прям отчаянно. А, так, во-первых, спим. Я понял, как мне их упечатать. Сейчас, ребят, отчаливаем. Просто налавливаем кучу рыбы и занимаемся кораблем сегодня, потому что мне нужны деньги. Я понял, как мне уместить все. Я немножечко нерационально, по-моему, расходую свои ресурсы. Ого. Ну ты и мутантище. Слушайте, ну вот просто так фармить рыбу, ну да, да, несложно. Так. Я могу одну такую поймать. Камбалу.
Все, пойдемте продадимся. Я сейчас рассортирую все, что у меня по удочкам. На следующий день мы сможем уже ловить океанскую рыбу, если я все правильно понял, как это работает. А, мы знаете что? Может быть, еще сможем съездить к этой к подруге нашей торговец рыбой. Продать всю рыбу. Он нас спрашивает только, когда мы выходим в океан. Значит, а рыба реально океанская. Теперь. Снять в трём. Ты. Вот так вот мы сделаем. А теперь идем в корабельному мастеру. И вот у нас как раз 4 поинта есть на... А, у нас денег нет. Оно стоит до черта. Ну тогда отчаливаем. Идем фармить. На 4 сотни стоит, у меня 2,5. Можем, кстати, вот чисто на вот этих полночи сейчас фармить. Рыба-бумеранг. Так, тут все, тут с этим мы закончили. А чё так мало-то? Мало-то так чё, а? Блин, а мы реально быстрее стали. Прям приятно. О! Черный гупер, вот, это то, что мне надо. Чувак, который постоянно гупает. Гупер, хоп-хоп-хоп. А, так, а ну так. Ну-ка, встань сюда. Встань сюда. Ах ты, мелкая скотина. У меня не поместится еще один. Ладно, они, в общем, вылазят ночью. Ладно. Так, над вами возвышается маяк. Волна одна с другой бьются о коварные скалы под ним. Попади туда кто-то живой, человек или зверь, или вполне выкинутый хрупкий изломанный тела к ногам этой огромной башни. Какая в ней все-таки стоится сила в этой массивной каменной колонии, на плечах которой ответственность за бесчисленные жизни? Сколько еще она простоит? Скоро ли... Время и ветер превратят ее в руины и лишат предназначения. Над вами возвышается маяк. Поэзия. Как-никак. Еще 2 кальмара я упихаю. Perfect packing. А, нужно было хоть раз корабль упаковать полностью. У меня чувачка приехала. Ну хорошо, спасибо. Так, дружище, привез я твою фигню эту. Да, спасибо. Ставь у меня пока что. Вот. Держи. 82 бакса, неплохо. Протягивает, заворачивает рыбу, протягивает. Я не думал, что тебе хватит духу. Ночная рыбалка дело не из легких. Хотел бы с тобой покалякать насчет нового источника дохода. Я думаю попробовать ловушки для крабов. И одну даже для тебя припас. Она немного побитая. Открыть способность ловушки для крабов. Поставьте ловушку для крабов, только не забудьте куда. Пролез не дело несложное, бросишь в море в любом месте, а через день-два возвращайся и принеси улов. Моему покупателю нужен краб-скрипач и обыкновенный краб. И тот, и другой вводится. Если ищешь какой-то отдельный вид, загляни в энциклопедию, может найдешь там что-то полезное. Понял. Срок службы 3 дня. Улов... То есть она типа гарантированно один улов принесет, а может быть и больше. Главное не забывать ее чекать. Хорошо, посмотрим. Погоди, а рыбу-то продать? Есть 400 баксов. Супер. Значит, вот сюда мне надо. Угу. А в смысле отремонтировать все? Зачем?
Я же не бился вроде никак ни обо что. Ну хорошо. Ставим вот эту фигню. 4 часа она будет монтироваться. Feeling prepared, ачивочка приехала. Чувствую себя подготовленным. У нас неплохие движки. У нас это... Так, ловушку для крабов мы с утра выкинем. О. Надо будет... Хорошо, у нас в любом случае 3 часа ночи. По... Нечко, а что я там собирался почитать? Ладно, энциклопедия. Про гуперов. Обыкновенные крабы. Понятно, найти реликвии. Понятно, ну, понятно, что непонятно. Сообщение. О, это третье сообщение, получается. Записка рыбака. Пучина, небо, пучина, небо, пучина навсегда. Печать сундука сорвана, сердце тумана. 5, восход, он знает. Интересное кино, хорошо. Отдыхаем. Ну, наверное, знаете, ребят, тогда на этом будем заканчивать. Уже продолжим в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра, всем молодцов. Всем покеда.